Всем привет! Сегодня первый раз заехал, короче, на машине в гараж. Еще вот столько места здесь остается. Сейчас пройдусь, в общем, покажу. Кот сидит, обедает. Я тут с 8 утра, он уже позавтракал, сейчас уже обедает. В общем, здесь столько места. И здесь, короче, столько места. В общем, дверь, в общем, на полную открывается. С той стороны стеллаж мешает. Но все равно нормально. Пылесосил салон тут. Все. Чистил, мыл, потому что пыль была от цементной этой смеси. Вот как-то так.